Так и добрый вечер. Ну, погнали по-быстренькому по дисплею и шквалу, выводу шквала на монитор. Так, папка игры нам нужна. DKS, Open Beta, Config, Monitor Setup. Тут у нас различные файлы, то есть какие-то из них дефолтные изначально в игре, какие-то созданные мною, в частности, эти два, например, да, или три, не помню. Мы остановимся давай вот на первом, который дефолтный, то есть одна камера означает один монитор по факту, то есть у него странное такое название, но как есть. Вот, вот так вот он выглядит. Тут указывается его имя, оно отображается в игре, и указываются основные настройки для картинки в DKS. Там, в частности, они тут используют вот, ширину и высоту дефолтного монитора, основного монитора. Так, мы сейчас сюда добавим viewport для шквала. Давай мы откроем, скопируем все это из моего файла конфигурации. Но тут, как видишь, у меня тут вообще разные все. Вот это вот у меня, например, для Hornet. Вот он, K50, Хорек и так далее. То есть ты видишь, что у них у всех разные имена. Какие-то имена известны. Их можно вытащить из файлов модуля. Какие-то, вот, например, вот тут Vegan. Вот это я сам его показывал, сам прописывал его. Это можно сделать игрушкой. Позволяет запускать такие модули даже на серваках. Так, берем шквал. Шквал, значит, у нас тут главное не ошибиться в названии. Ну, хотя тут ошибиться вообще сложно. Шквал английскими буквами, да, как слышим, так и пишем. И погнали. X, Y, координаты левого верхнего угла, длина, ширина. Ну да, длина, высота. Ну, ширина, высота, без разницы. Соотношение сторон, по-моему, в шквале, если память не изменяет, 1:1.33. То есть давай возьмем мы, какого размера возьмем? 800. По длине разделим на 1:33. 600 возьмем, да, то есть давай 800, 800, 600. Так, определяем координаты теперь у нас в левый нижний угол, то есть по x, по горизонтальной оси у нас будет 0, самый левый край, по вертикальной, то есть по y вот отсюда, сколько нам нужно опустить вниз. То есть, как я уже сказал, монитор у меня 2506, нет, я не говорил, 2560 монитор у меня на 1440, то есть 1440 высота Моника минус 600 высота шквала. 840. Указываем 840. Вот, то есть мы на 840 пикселей сверху вот от этой точки опустились вот сюда вниз. Вот где-то здесь будет у нас начальная левая верхняя точка шквала. 800 по горизонтали, 600 по вертикали. Все, написали, сохранили. Как-то, ну, Ctrl-S, либо Save, как угодно, да. И погнали в DKS. То есть можно картинку можно выводить где угодно. То есть там слева, справа, да хоть по центру вообще перед глазами. Можно внизу по центру. Тут главное знать, какой у тебя размер монитора, представлять, как ты хочешь расположить. Ну и правильно подсчитать, сколько там должно быть отступ, там, получается, от левой стороны и от левой и от верхних сторон. Вот так вот. Так, DKS у меня немножко медленно запускается. Так, самое важное. Настройки системные. Вот тут твое разрешение. То есть, ну, тут так понятно, тут ничего говорить не надо. А вот это, что нас интересует в первую очередь. Монитор. То есть, вот тут все то же самое, что мы видели в папке Monitor Setup. То есть вот они, видишь, один экран, два МФД, два МФД, вот они, один экран, два МФД, и так далее. То есть вот они все тут перечислены. Вот мы меняли файл, вот этот, один монитор, один дисплей, одна камера. Соответственно, мы его и выбираем. Пам. И погнали, протестируем. К50, свободный полет. Если ты меняешь этот файл, то есть если ты вот подгоняешь эту картинку там под свои нужды, на конкретный ее размер, конкретное расположение, игру нужно перезапускать каждый раз по новой. То есть этот файл инициализируется только один раз в начале игры, во время запуска игры. То есть на горячую поменять его нельзя. Ты его... Ну, то есть ты, получается, запустил игру, посмотрел, там устроило, не устроило, прикинул, как, куда сместить надо. Закрыл игру, поменял, сохранил, снова запускаешь и так далее. Ну вот, собственно, вот она. Вот мы уже все работает. Как ты видишь, вот они наши 860 сверху.
860 по длине, 600 по высоте. Вот так у нас работает шквал. Давай опустим вниз куда-нибудь сюда, вот на дома. Вот. То есть то, что ты в игре настраиваешь, у тебя также оно отображается все и на этом вьюпорте. То есть яркость, контрастность, она у тебя меняется одновременно с картинкой твоего шквала. То есть идентично. Все, что видишь ты вот здесь, оно есть вот здесь. Ну, вот так вот. Надеюсь, было полезно. И как-то помог. Все, будут вопросы. Обращайся, с удовольствием помогу.